Hören Sie! Что? Не рад меня видеть? Брат, это не так. Слышал, что та девчонка Джоу Юй стала красивее. И удивительно, что Чен и Джоу и Айнцы без конца говорят о ней, братан. Что? О чем ты? Брат, ты собираешься... Ты же сам видел, я занимаюсь частным бизнесом. Я давно завязал с этим. Не забывай, что должен мне. Так трогательно. Кто-нибудь копит этот фильм? На что уставился? Забери доставку. Быстрее. Янцзы, мама, что мне сделать, чтобы ты простил меня? А чего прощать? Вы хоть долг вернуть мне сможете? Рыжик, тебе-то какое дело? Дела Янцзы мои дела. Дядя Янь относится ко мне как к сыну. Он не ругал вас, потому что образованный, но я другой. Все прости. Хорошо, тетушка. Все нормально. Тетушка, тетушка. Мама. Это все из-за вас. Хватит. Прекрати. Мама. Рыжик. А Джоу? Уходим. Почему ты оставил меня одну? Чокнутая. Следи за языком. Вы как, тетушка? Яньцы, заботливая госпожа снова здесь. В сторону. Можешь не рисковать так. Какая тебе разница? Она разозлилась. Если ты такая назойливая, можем провести игру. Победишь. Будет по-твоему. Ладно. Издеваетесь над девчонкой? Весело? Сразитесь со мной. Я знаю тебя. Мажорик из Хачуаня. Что? Хочешь спасти красотку? Просто ответь. Справишься со мной? Ты довольно свирепый. Если борюсь с Джоу Юй, я издеваюсь над ней. Но если ты сразишься со мной, не издевательство ли это надо мной? Я сказал... Ему. Сразись с ним, братан. Похоже, кто-то еще не понял, на что способен король гонок в Мауси. Ты спятил? Он правда бросил вызов братцу Яню. Да. Патрульные уже здесь. Уходим быстрее. Яньцы. Не волнуйся, мне нужно всего лишь передать послание. Что он хочет сказать? Схватываешь на лету. Яньцы попросил передать, что будет ждать тебя через 5 дней на углу Западной улицы. Что если я выиграю? Лучше задумайся о чем-то более практичном. Например, как выжить. У нас куча... Если я одержу победу... Он больше не сможет задирать Джоу Юй. Договор.
Ян Ци сказал, если проиграешь, не смей больше появляться в Мауси. Не думала, что есть что-то, что ты не можешь делать. Завел? Все просто. Что ты делаешь с ним? Объезжаю его. Что-то подозрительное. Ты влюбился? Влюбился же. Угадай. Чен Юджоу, скажи мне, кто она? Я переживал, что брат Я не придет, но он заявился так рано. Мужчины всегда склонны к соперничеству. Брат Зен здесь! Брат! Брат Зюнь! Брат Зюнь! Ацянь, уже 8. Где этот новенький? Мой брат столько денег потратил, и если гонка отменится, возместишь. Брат Зюнь, не переживай, ты пришел не зря. Ба! Как будем соревноваться? Если на скорость, то поедем отсюда по главной дороге. А если о технике, поедем по горной тропинке. Ты чужой, тебе выбирать. Давайте все разом. Начнем отсюда. Уважаемый, советую тебе не трепаться. Веди себя хорошо, или будешь плохо выглядеть, когда проиграешь. Я с ним соревнуюсь. Ты-то явно много болтаешь. Я к тебе обращаюсь. Давай все и сразу. Поедем навстречу друг другу. Тот, кто сойдет с дороги первым, проиграет. Хорошо. О нет, тут так много народу. Он что, ввязался в неприятности? Брат Янь, удачи! Побей его! Давай! Побей! Побей его! Давай, брат Янь! Побей его, братан! Аюй, возьми же. Нет. Эй! Давай! Побей его! Давай! Покажи ему, братан! Побей его! Брат Янь, вперед! Побей его! Побей его, брат Янь! Помереть захотела? А может ты? Не твое дело, убирайся. Не толкай ее. Зачем лезешь? Ты еще не победил. А ты нас не задирай. Ты тоже. Вы будете драться или нет? Драка? Заняться нечем. Кто это устроил? Бежим. Сматываемся, не стой на месте. Стоять. Джоу Юй, да? Осторожнее теперь. Не бегите, валим Ван Чуан. Стойте. Ты позвала их. Всем стоять. Стоять. Стойте, сопляки. Куда собрались? Бежим. Стой! Не убегайте! Возвращайтесь с нами! Где Юй Джоу Джоу Юй? Алло?
Ты дома? Хорошо, сейчас буду. Я сломаю ноги этому сопляку. Он ушел. Да. Что делать? Помедленнее, не спеши.